В их руках спокойствие и безопасность людей. В управлении МЧС по Ульяновской области чествовали особо отличившихся сотрудников, пожарных и спасателей. В их адрес прозвучало немало теплых слов благодарности. Сотрудникам также вручили ведомственные и областные награды. Сотрудники МЧС проанализировали все чрезвычайные события, их последствия и то, как справлялись с ними ответственные службы и местные власти. Так, в уходящем году в Ульяновской области было зарегистрировано 903 пожара в жилом секторе и 83 лесных пожаров. Согласно цифрам, по сравнению с 2019 годом количество возгораний снизилось на 4%. Минувшей осенью в регионе сохранялась теплая погода без осадков, как следствие, большое количество пожаров. Спасателям удалось успешно с ними справиться. Так, в 2020-м создали один территориальный пожарно-спасательный гарнизон и 13 местных. На водных объектах Ульяновской области зарегистрировано 23 происшествия, в которых, к сожалению, погибли 18 человек. Но главным результатом работы спасатели считают спасенные жизни людей. Благодаря усиленной работе всех экстренных служб и добровольцев удалось спасти 600 человек. Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.